Новый год в зоопарке Лимпопо начался с неожиданного сюрприза. Там 1 января на свет появился малыш грызуна Агути. Девочки уже чуть больше недели. Как отмечают сотрудники зоопарка, грызун очень активен, все время играет и даже ест без маминой помощи. Увидеть новорожденного грызуна все желающие могут в зоопарке в секции «Экзоты».